Но у нас в воскресенье ездим по 40 минут 45. Это интервал? Да. А есть четкое расписание, в какое время точно приходят машины? Ну как может быть четкое расписание, если у нас час туда, час назад и 45 минут? Ну, может быть четкое расписание. В пределах 10-15 минут разницы. Почему 10-5? 10-15? Ну, в час получается две машины. Полторы. У нас час туда, час назад. Круг 2 часа получается. Ну, я вас спрашиваю, есть ли точное время, например, там с 8 до 8.15 утра приедет маршрутка? Конечно. Это соблюдается? Конечно. А почему местные жители говорят, что не соблюдается? С этими местными жителями? Они вот, машина только отходит, хвост вон там он показала, прибегает, когда будет машина. А ускорить шаг, она видит, что если стоит машина, она не побежит. Потом начинает кричать. Простоял 15 минут и начинает вайдосить, как всегда. Говорят, что по 40, а по часу стоят. Выходные, да. 45 минут у нас сегодня. Ага. Так, а по будням, как, по какому интервалу у вас между машинами? 15-20 минут. Раз 15-20 минут приходит? Конечно. Интересно. Ну, то есть местные жители врут, получается? Ну, я не знаю, как врут. Ну как, они говорят... в будний день, встаньте, посмотрите, через сколько ходит маршрутка. Все.